Имена, уровни заголовков. Здесь три уровня заголовков. Первый, второй, третий. А вот здесь, когда понятно, что не влезает. Я же правильно делаю, если переношу его таким образом. Дальше. Заголовки третьего уровня встречаются как в правилах Санхи, так и в упражнениях. Вот они же встречаются. Значит, здесь отступ под упражнениями создается благодаря paragraph style условия, которые имеют отступ сверху. Вот. Правильно, если, то есть, правильно, нормально ли, если я не буду здесь выгадывать какую-то цифру, которая должна якобы отступать сверху, потому что в упражнениях эта цифра якобы должна быть меньше, а в правилах заголовки размечены тем же третьим уровнем. На самом деле сверху они, наверное, имеют одинаковый отступ. Следующая проблема в самих правилах. То есть, если в упражнениях у меня отступ над, то есть у меня там в упражнениях у меня заголовок, потом идет стиль условия. И в стиле условия у меня отступ над. То здесь в правилах правила размечены Sandhi Rule. Если я в Sandhi Rule добавлю над или под, то ввиду того, что у меня здесь два абзаца, вот первый абзац, вот второй, они разойдутся внутри себя, что меня не устраивает. То есть до чистки скриптом здесь было следующим образом. Просто тупо отступ. Можно ли так оставить? Или это чревато последствиями? Если в этом ничего принципиально неправильного нет, ну, меня это устраивает. Вот. Да. То есть можно ли отступами и не заморачиваться измерениями каких-то линеек условий, потому что получается один и тот же класс разметки используется в разных местах. И если здесь в правилах места побольше, но тоже есть свои ограничения. Какие-то правила должны быть вместе и есть свои ограничения. Вот. Можно ли так отступать? Нет ли в этом криминала? Вот. Опять же, здесь я попадаю на нижнюю линию, а здесь нет. Это при том, что у меня выставлено... Ага, топ, оказывается. То есть можно так выставить justify? Или это противоречит первому вопросу про grid, про сетку? Спасибо.